Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 702. Дан треугольник ABC и прямая B, пересекающая стороны этого треугольника. Постройте треугольник симметрично треугольнику ABC относительно прямой B. Мы уже строили треугольник симметрично треугольнику ABC относительно прямой B в номере 701, но там у нас прямая не пересекала стороны треугольника. Здесь построим чертеж так, чтобы прямая B пересекала стороны треугольника. Пусть прямая B пересекает стороны BC и AC. Аналогично, для того, чтобы построить треугольник, симметричный данному треугольнику ABC относительно прямой B, надо построить точки симметричные точки А относительно прямой B, точки С относительно прямой B и точки B относительно прямой B. А для того, чтобы построить точки симметричные, например, точки А, точку симметричную точки А, надо из точки А провести перпендикуляр к прямой B, отложить отрезок, равный отрезку от точки А до точки пересечения перпендикуляра с прямой B, и получить точку с симметричной точки А. Давайте это и сделаем. Из точки А проведем перпендикуляр к прямой B. Отложим на этом перпендикуляре отрезок, равный отрезку от точки А до точки пересечения перпендикуляра с прямой B. Точка А1. Точно так же поступим с точкой B и с точкой С. Построим точки, симметричные данным. А теперь осталось соединить точку А1, В1 и С1. Мы получим треугольник А1, В1, С1, симметричный треугольнику АВС относительно прямой В. Мы сделали номер 702. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.